Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Катя, я снимаю видео о бьюти-боксах, модных находках, Asos, влоги, распаковки всячески и так далее и тому подобное. Если вас интересует такого рода контент, пожалуйста, не забудьте подписаться, оценить это видео, досмотрев его до конца, и непременно позвонить в колокольчик. Ну, вы все эти правила знаете, что уж и повторяться. Хотя я это говорю в каждом своем видео. Слушайте, ребята, сегодня у нас видео, которого не было уже лет 100. Покупки для дома. Я действительно, конечно, я для дома постоянно что-то докупаю, но я забываю зачастую, да, снять об этом видео, вам рассказать об этом, потому что не всегда получается, что это какой-то огромный список, да, и то есть это бывают какие-то мелочи, которые там другую вещь купишь, принесешь домой, сразу быстренько их в шкафчике убрал, и не копится это, да. Но тут последние пару раз я сходила в магазин, что-то много всего приобрела, и решила с вами поделиться, так как я помню, что первое видео, которое я снимала на такую тему, оно называлось, по-моему, «Покупки мои в первый день после карантина», как раз я там для дома всяких став покупала, оно, по-моему, получилось удачным, и оно многим понравилось, поэтому я вам сегодня покажу, что я купила, может быть, это будет вам интересно, и подробно скажу про каждый продукт. Итак, друзья, первое, что я купила, это вот такой вот коллаген. Да, 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 коллаген. Напишите, пожалуйста, в комментариях, принимаете ли вы коллаген. Я знаю, что я вам уже говорила это, что это не доказано, что коллаген на самом деле чем-то особенно полезен. Но, друзья, я, когда принимаю коллаген, я чувствую разницу. И это самое главное. То есть, как только я начинаю принимать коллаген, у меня начинают, во-первых, расти ресницы, волосы лучше растут, ногти улучшаются, состояние кожи в целом, и это как бы каждый раз, это уже подтверждено, я перестаю принимать, немножечко все это приостанавливается, так как вы сами знаете, что коллаген с годами все меньше и меньше вырабатывается, поэтому я уже принимаю его на протяжении какого-то времени, да, наверное, я бы даже сказала год примерно. Ну, вот в последнее время в связи с карантином я же не могла его нигде найти, и несколько месяцев не принимала, и я вот вам говорю, разница просто, можно сказать, налицо. Поэтому я вам советую попробовать. К сожалению, коллаген дорого стоит, да, это его минус, и я его добавляю, он не... Существует разный коллаген, этот конкретно я всегда покупаю без запаха, без вкуса. Есть коллагены со всяким там вкусом ванили и так далее. Мне это не нравится. Я люблю, чтобы вообще его не ощущать. Он в форме как пауэры, да, то есть он как пудра рассыпчатая. И я его добавляю в кофе. Где-то его написано, надо примерно столовую ложку в кофе добавляешь, и он как бы вообще, ты его не ощущаешь, и получается он тебе как бы помогает. Он хорош особенно для суставов, кстати говоря. Вот, врачи рекомендуют принимать, когда у вас, например, какие-то проблемы с суставами также. Так, ну вот, вот этот вот коллаген, здесь у меня сколько, 170 грамм получается. Это я новый купила вот буквально вчера. А сейчас я принимаю, то есть это без разницы, какие фирмы, вот этот коллаген, вот этот я сейчас принимаю, он у меня открыт. Здесь аж 400 грамм. Вот этот коллаген, получается, стоил, получается он 170, ну, получается, вот этот стоит, не знаю, короче, какой-то из них был... По граммам это не важно, в принципе. Вот, смотрите, написано, что его можно, вот этот конкретно, добавлять в чай, кофе, если вы выпечку какую-то делаете, в смузи, мороженое, при выпекании там блинчиков и так далее. Смотрите, то есть вот он такой, как бы я туда, он у меня хранится, там хранится у меня скуп. Вот, и я как бы вот такой скуп зачерпываю в кружечку и в кофе, да,
Вот, так что я этот купила про запас, потому что коллаген очень быстро заканчивается. Так как я пью обычно 2 чашки кофе в день, да, то получается я 2 скупа сразу добавляю, как бы в одну, а потом еще один во вторую. Поэтому у меня он довольно быстро уходит. Вот, в общем, мне очень нравится, и я при возможности покупаю, а так как я его долго не могла найти какое-то время, я сразу как бы про запас купила, чтобы мне его, если что, в такую ситуацию больше не попасть. Вот, я вам советую, попробуйте, и просто вы сами почувствуете разницу, вот. Так что вот, коллаген это номер один. Я, кстати, насчет коллагена, вы обратите внимание, чтобы обязательно было написано, что его можно добавлять в чай, в кофе, потому что есть еще другой сорт коллагена, я как-то так ошибку совершила, я купила коллаген, на котором было написано, не написано было чай, кофе, а было написано смузи, выпечка и так далее, и когда я добавила тот коллаген в кофе, еще раз фу, он был более такой грубый, да, он плохо растворялся. То есть он был не предназначен для напитков, поэтому вот это важно, и на это обязательно обратите внимание. Так что вот с тех пор я всегда проверяю. Так, дальше, идем дальше. Для готовки я купила такую огромную, просто огромный пакет Flaxseed. Это семена льна. Мне нравится так вот этот парнишка, смешной вот этот Юпик называется фирма. В общем, это органические семена льна. Я осталось только, но я как бы просто пересыпала половину там в контейнер. Я вот буквально на днях купила. Тоже долго не могла найти нигде. Этот я купила по хорошей цене. Органические семена льна. Их я добавляю вот буквально во всю готовку, в супы, во вторые блюда. Они очень-очень полезны, друзья. Они как бы прочищают ваш организм. Они богаты железом, в них много кальция, в них очень много файба, что называется, то есть это то, что вам, как файба, как это, в общем, я не уверена, как это сказать по-русски, в общем, это очень хорошо для вашего организма, вот именно файбер, да, и это надо принимать, это как вот всякие, вы знаете, полезно это всякие вот эти вот каши, короче, все это содержит тоже. В общем, они абсолютно не калорийные, это очень-очень крутой продукт, и я постоянно его, здесь целый килограмм аж, вот, и я, как бы, когда он только заканчивается, я сразу покупаю еще и каждый раз во все блюда добавляю. И вам советую, классный продукт, семена льна. Так, дальше. Еще один продукт кухонный, это вот такой вот чай от бренда моего любимого Touch Organic. Смотрите, я вам тоже уже это рассказывала, что я предпочитаю чай loose, то есть не пакетированный, а именно на развес который, да? Но я не могу в последнее время опять же найти, все в связи с этим кризисом, мне кажется, очень сложно теперь стало что-то конкретное отыскать. Я купила это пакетированный чай, но вот я уже открыла и попробовала, это чай манго. Я просто обожаю чай манговый от этой фирмы. Раньше я покупала только не пакетированный, но я вам хочу сказать, что этот органический чай пакетированный точно такой же на вкус. И это зеленый чай, и вот мы один пакетик завариваем на двоих, то есть, да, вот в этом чайничке, и он абсолютно как бы прям насыщенный такой, очень хорошо заваривается, просто я в восторге. Я очень люблю манговый чай зеленый именно от этой фирмы Touch Organic, да, вот, так что всем рекомендую, советую, очень вкусный чай, вот. Так, дальше закончилось мыло для посуды, и вот, друзья, я просто, вот точно такое же мыло закончилось, это от фирмы Le Bon Maison, это как это по-французски написано, в общем, написано dish soap, мыло для рук, для посуды, и это прям такая тяжеленная стеклянная тара, здесь почти литр. Друзья, написано lemongrass, то есть с запахом лемонграсса. Я, друзья, не очень люблю запах лемонграсса, но вот этот конкретно, я хочу духи в этом запахе, настолько он шикарно пахнет. Я просто не знаю, это как бы нетипичный запах
лемонграсса это просто что-то с чем-то. Он так вкусно пахнет. Я была так рада, что я нашла снова от этой же фирмы в этом же запахе. Просто восторг. И он был последний, между прочим, там стоял. Так что... такой вот, это от бренда Home and Body Company, то есть он очень-очень хороший, здесь нет каких-то химикатов, каких-то противных, короче, крутое совершенно средство для мытья посуды, все рекомендую. Так, дальше, чтобы ничего не забыть. Смотрите, помните, я вам постоянно говорю про расческу Tangle Teaser, у меня с котиками, со всякими там миленькими штучками на ней, ее надо все равно менять, она загрязняется, то есть я меняю такие расчески через каждые несколько месяцев, он загрязняется, короче говоря, не только волосами, но и вот этим всяким средством, которые укладочные, да, которые мы используем, лак для волос, там, всякие... Leave-in treatments, то есть те средства, которые мы оставляем как бы на волосах, это все на расческу переносится. И она загрязнилась у меня уже совсем. Вот, я хотела точно такой же дизайн с котиками, но такого же точно дизайна не было, но был от этого же бренда. Вот такой дизайн с кактусами, я подумала, почему бы и нет. С кактусами тоже прикольно. Тем более, что я говорю, что я меняю их, ну, примерно каждые 3 месяца, поэтому... в следующий раз, может быть, с котиками снова найду, либо еще какой-нибудь прикольный дизайн. Вот, так что я вам рекомендую такая вот Tangle Teaser, расческа, это от бренда Kala, по-моему, корейский какой-то бренд, вот, поэтому, да, такая расчесочка. Дальше, короче, друзья, когда увидела этих двух ребят, я просто не могла пройти мимо, посмотрите на них, вы только на них посмотрите, ну, это ли не прелесть, друзья, это котик, а это кошечка румяная, вот вся в меня, посмотрите. Короче, это соль и перечница, но я их, конечно, купила не для этого, мне они как будто вот handmade расписаны, понимаете, то есть их как будто кто-то расписал вручную. Они настолько симпатичные, хорошенькие, это просто как бы я и мой любименький, да, вот, пожалуйста, они такие хорошенькие, но это я просто, это вылитая я румяная, я в бабушку румяная всегда, поэтому я себя узнала, и вот этого хмурого парня я тоже знала, поэтому... они совершенно недорого стоили, они фарфоровые, и я, ну, просто, я влюбилась в них с первого взгляда и не могла уйти домой без них, поэтому вот такая вот парочка сладкая, я их там поставила у себя и любуюсь на них каждый день, вот, котики такие. Так, идем дальше. Дальше я купила... Кстати, друзья, я раньше еще с детства привыкла принимать ванны, и была прям такая ванная персона, некоторые любят, предпочитают душ, а я прям ванны любила, да, а потом, как мы вот в Канаду переехали, я стала больше предпочитать душ, во-первых, мы когда первую там квартиру снимали, у нас и ванны-то не было, был только душ, я как-то вот от ванны отвыкла, видимо, потом во второй квартире эта ванна была не очень, поэтому мне не хотелось в ней лежать, я несколько лет ванны не понимала, чисто на душ перешла, вот. А в этой квартире тоже как бы я что-то как-то, так как отвыкла, все не принимала. И тут последние несколько недель, я думаю, по субботам, почему бы нет, надо ванну принять. И, друзья, я вам советую, реально, принимайте раз в неделю ванну, это как вы заново родились. Я выхожу, я как младенец, такая вся розовенькая, такая вся прям свеженькая, просто восторг. Поэтому я решила, что я раз в неделю обязательно должна принимать ванны, вернуть себе эту прекрасную привычку. И ванну пустые я не люблю принимать. Я хочу, чтобы была либо там пена, либо предпочтительно соль, либо какие-то бомбочки, да, прикольно, чтобы что-то было классное для, ну, для кожи, да. Масла всякие и так далее. Вот, так что я купила вот такие вот соли для ванн. Вот. Смотрите, здесь написано, что это для мужчин. Но, как известно, мы все люди-человеки, это не важно. Это для расслабления мышц, и это с эвкалиптом и мятным, короче, мятным essential oil. Эфирными маслами, вот. А написано for men, потому что он пахнет, как какая-то прекрасная совершенно туалетная вода мужская. Очень вкусно пахнет, друзья, очень. Она уже вот
здесь осталось больше половины, потому что это вот ушло на две ванны. То есть это написано две вот такие вот полные ручонки, два таких на ванну. Поэтому вот я уже два раза как бы принимала ванну с этими солями. И вот так, получается, этой баночки хватит, ну, раза на... На 5, наверное, я так думаю, вот. Но она и недорого стоила. Поэтому вот, соли для ванн купила, с удовольствием буду использовать. Так, дальше. Дальше у нас идет Castile Soap. То есть это мыло, помните, которое я вам говорю, что я его использую для всего. Оно, вот написано, смотрите, написано, что это All Purpose Soap. То есть... Это мыло, подходящее абсолютно для всего. Оно здесь почти литр. Это, кстати, Home and Body Company, точно такая же фирма, как вот тот средство для мытья посуды. Я обожаю эту фирму. Они совершенно потрясающие продукты делают, которые невероятно просто пахнут. Этот с эфирными маслами тоже. Лимон и вербена запах. Это multi-use soap, то есть вы можете его использовать абсолютно для всего, от вашей головы до мытья полов. Я его использую для чистки, потому что у нас две кошечки, и важно, чтобы использовали мы какие-то средства, которые не причинят им вреда, да, что они будут safe. Вот, поэтому... Это абсолютно средство без всяких химикатов, оно прекрасно совершенно пахнет, оно прекрасно чистит, вот, поэтому я этот, у меня уже заканчивается там еще одно такое же мыло от другой фирмы, я вам уже 10 раз показывала те мыло тоже, вот, это по такому же принципу действует, от этой фирмы... Я обычно другой фирмы от Beaver покупаю, но вот этот вот я решила попробовать, потому что мне так понравился вот то средство для мытья посуды, так что я думаю, что оно это тоже не подведет. Вот, я его использую для, я уже сказала, для чистки, дальше я использую для мытья полов его, вот, для чего еще, ну, в общем, для всего. Короче, вот, такое вот средство мультифункциональное. Так, дальше, в общем, друзья, смотрите, что я купила, какую штуку. Вот такую штуку, это по рекомендации одной из блогеров, которую я смотрю. Она вот такую штуку нахваливала, и я когда увидела ее в магазине, я решила, что мне тоже она нужна. В общем, значит, смотрите, дизайн такой как бы, фламинго, прикольный такой дизайн. Как бы вам объяснить, в общем, это такая сумка, вот она так выглядит, и она как бы... полностью раздвигается как бы в такой поднос, да, и вы туда можете все сложить, вот эти всякие мейкап свои, все что угодно, например, когда путешествуете, да, очень удобно, это для путешествий я купила, потому что, смотрите, здесь даже нарисованы значки путешествий. Дальше, смотрите, если вам все это надо собрать, вы просто его на drawstring, давайте откроем, я вам покажу быстренько, как это работает. Вот, смотрите, здесь на липучке. Вот смотрите, drawstring, да, вы открываете, она полностью расправляется. Здесь еще одна, просто я не буду до конца. И она абсолютно, как бы внутри, она водонепроницаема получается. Там еще один, два еще кармашка внутри. В общем, вы ставите это все на стол, и у вас в полном доступе все, что вам нужно. Когда вы, например, вам пора собираться и уезжать, вы просто вот так вот все это, и все это внутри остается, вы закрываете и складываете все сумку. Гениально, по-моему, очень-очень удобно, мне такой штуки реально в путешествиях не хватает. Поэтому я ее с удовольствием купила, тем более, что та девочка рекомендовала это, а я той девочке верю. Вот, поэтому, друзья, вот такая вот, такое новое приобретение. Если вы такие штучки увидите, тоже приобретите, они очень удобны для путешествий. Так, дальше. Купила открытки с конвертами. Такие штуки всегда пригождаются. Вот, например, мне, я просто не могла пройти мимо вот этого дизайна с пчелой. Посмотрите, какая красота невероятная, не знаю, вот. Здесь... золотой пчелой, 16 карточек и 16 конвертов, 16 карточек и 16 конвертов, вот, с пчелой такая, просто великолепная, это номер один, еще одну такую же я купила с сердцем,
такая же, только с сердечком. Очень красивые открытки, лаконичный дизайн, то есть ничего лишнего, и все, вы можете сказать вот этим вот символом, а пчел вы знаете, как я люблю. Говоря про пчел, купила себе вот такую вот тетрадь огромную для моих YouTube записей, всякие там темы, которые я, ну, для какого-нибудь видео записываю, да, мне нужны вот такие тетрадочки, они у меня уже заканчиваются, там эти маленькие мои. Она разлинованная, толстенькая такая, вот, на распродаже я купила, замечательно, мимо пчел я мимо не прохожу, у меня пчелам особая любовь, у меня дедушка с бабушкой занимались разведением пчел, ты пчела, я пчеловод, и наоборот, да, поэтому у меня как бы, что называется, у меня soft spot, то есть это такая тема, которая мне не безразлична, в общем, вот. Такая вот тетрадь. Так, дальше. Почти закончили. Давайте тема пчел быстренько еще добавлю быстренько. Вот, смотрите, друзья, какую я подушку. Вот я вам говорю, я не могу пройти мимо пчел. Огромная вот такая подушка, она на самом деле предназначена для наружного применения, то есть если у вас там веранда какая-то или балкон есть, да, она водонепроницаемая, она как бы с пропиткой специальной и так далее. Шикарная совершенно подушка, а с другой стороны, если вам пчелы надоели, вот дизайн такой как бы нейтральный. Это от бренда Martha Stewart, если вы знаете такую дамочку известную, она занимается всякими домашними готовками и дизайн создает, в общем. Вот, такая вот подушка, очень удобная, очень мягкая, очень такая... устойчивая, упругая. Короче, я от нее в восторге. Я тоже ее покупала на 50% скидке. Так, чтобы еще не забыть вам показать, рассказать. Помните, друзья, я насчет конкурса. Конкурс у нас проходит. Я добавила еще маленький один приз, такой мини-дезодорант от бренда Native. Я с этим брендом познакомилась тоже по рекомендации одного из блогеров. Я, значит, она порекомендовала, я зашла на сайт, сделала заказ там. Когда мне пришли в общем, смотрите, я сделала заказ, вот такой вот набор, это называется Travel Sample Pack, то есть это набор из маленьких мини-дезодорантов, вот он, вот такой один из них я разыгрываю, видите, вот, это как бы... чтобы запахи все попробовать разные. То есть, как бы, я же не знаю онлайн-заказу, как они пахнут. Друзья, это просто что-то с чем-то. Я просто обалдела, когда они мне пришли. Вот это, например, у меня в запахе лаванда и роза. Ну, это просто нереально. Поэтому тот, кто, как бы... Ну, всем запахи разные, естественно, нравятся. Тот, который я разыгрываю, там у меня хлопок и лилии. Вот, тоже такой цветочный аромат прикольный. В общем, вот этот вот я буду пробовать. И вы со мной вместе, тот, кто выиграет этот дезик, тоже будете пробовать. И потом поделитесь впечатлениями. А еще что я заказала, не могла пройти мимо у них на сайте... У них продаются гели для душа. Кстати, друзья, они, к сожалению, они не посылают в Россию, но они посылают по Канаде от $30, там бесплатная доставка, по Америке вообще бесплатная доставка. Они посылают в Австралию и в несколько стран Европы посылают, вот. И если вы живете вот в этих странах, то я оставлю линк на всякий случай, и если вы по линку этому зайдете, что-то там закажете у них на сайте, что-нибудь купите, вам будет бесплатный мини вот дезодорант, кстати говоря. Но тот, который я разыгрываю, я покупала за свои деньги. Поэтому, если бы вам достался бесплатно какой-нибудь дезодорант, то это было бы еще лучше, правильно? Вот, короче, я купила, когда увидела этот запах. Вы знаете, да, что осенью все начинается здесь у нас связано с тыквами, то есть pumpkin. Starbucks начинает сервировать кофе с pumpkin spice latte. Это самый популярный кофе в этот сезон. То есть тыквенный кофе, да, дальше все, везде начинают продавать тыквы, везде все оранжевое, все связано с тыквами, лозунг месяца «Pumpkin everything», поняли, да, короче, когда я увидела вот этот гель для душа с запахом, у них запах pumpkin spice latte, про который я как раз говорю, вот этот вот самый популярный кофе осенний,
Это гель для душа, да, здесь 340 миллилитров. Я решила, что как бы, ну, я должна это купить, правильно? Сейчас у нас как раз заканчивается гель для душа, и вот это в тему было бы. Друзья, когда он мне пришел, я не поверила своему собственному носу. Это настолько вкусно пахнет гель для душа. Я в шоке. Я уже заказала еще всякие разные у них гель для душа, основываясь на вот этих запахах из набора вот этого, да. То есть я знаю, что они будут пахнуть шикарно. Вот, поэтому я буду пробовать эту фирму и скажу вам, каковы мои впечатления. Но вот судя по запахам и по отзывам других блогеров, это просто вообще... И цены, кстати, у них очень-очень, цены вообще дешевые. Так, ну что, ну как дешевые? Относительно, конечно, но не кусается, не кусается. Все, вроде бы все я вам показала, рассказала то, что я покупала для дома. Если я что-то забыла, я потом обязательно вам покажу. Спасибо большое вам за просмотр, если досмотрели до конца. Пишите свои комментарии. Опять же, напишите мне, пользуетесь ли вы, например, тем же коллагеном или там, я не знаю, семена льна. Я знаю, что в России, мне кажется, семена льна довольно много кто использует в еде, да? Вот, я буду читать ваши комментарии, с удовольствием, не стесняйтесь. И на этом будем с вами прощаться. Хорошего вам настроения, друзья. Спасибо, что подписываетесь на меня, смотрите меня, мне это очень приятно. Пожалуйста, оставайтесь в нашей замечательной компании. И хорошего всем настроения еще раз, хорошего дня, до скорых встреч!